Я покажу, как высушить мяту в домашних условиях, чтобы она не потеряла свои полезные свойства. Прежде всего, собирать мяту нужно, когда она цветет. В этот период в листьях собирается самое большое количество эфирных масел. Срезать мяту нужно в утренний период, после того, как подсохнет роса. К этому моменту листья мяты самые сочные. Необходимо перебрать зелень мяты от сорняков и тщательно промыть в холодной воде. И высушиваем с помощью бумажного или тканевого полотенца. Сушить мяту я буду в электросушилке. Обязательно избавляюсь от толстых и жестких стеблей. Отправляю сушиться только молодые стебельки, листья мяты и само цветение. Устанавливаю поддоны на электросушилку. Чем ниже вы установите температурный режим, тем больше полезных свойств сохранится в листьях мяты. Я сушил на температуре 40-50 градусов примерно 8 часов. И спустя 8 часов весь урожай мяты готов зимовать. Только послушайте звук. Хранить мяту лучше всего в стеклянной банке с плотной крышкой. Оставляйте ее в темном месте. Зимой использую не только для заваривания чая, также использую как приправу к рыбе и мясу и для приготовления десертов.